грозный вид. Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. И, догоняя стихотворением, август астры, август звезды, август грозди винограда и рябины ржавой, август полновесным, благосклонным яблоком своим имперским, как дитя, играешь, август, как ладонью гладишь сердце, именем своим имперским, август, сердце, месяц поздних поцелуев, поздних роз и молний, поздних ливней звездных, август, месяц ливней звездных. Если кто не заметил, за моей спиной Октябрьский мост. 30 лет назад его сдали в эксплуатацию. Строительство его началось в 1978 году. Он соединяет советские и ленинские районы города. Был рассчитан на трамвайное сообщение между берегами, но в 2006-2008 годах пути были демонтированы. Октябрьский мост имеет цельнометаллическую конструкцию, состоит из двух сегментов и сухопутной части острова Татышев. Общая длина моста 2 километра 600 метров, это на 300 метров длиннее коммунального. Ширина в полтора раза шире коммунального, 35,8 метров. На момент строительства был самым крупным в Советском Союзе, и при его возведении было задействовано более 300 человек. Открытие сооружения состоялось 29 августа, сегодня, в 1986 году. На митинге, проходившем на острове Татышев, начальник 7-го участка 7-го мостотряда Сергей Виноградов вручил символический ключ от моста председателю Красноярского горосполкома Евгению Лобачеву. Торжество завершилось проездом по мосту первых трамвая, троллейбуса и автобуса. На данный день, по сообщению наших телезрителей, облюбовали Октябрьский мост роуп-джамперы. Это такой экстремальный вид спорта, когда прыгают с моста, из-под основания его, вниз к Енисею. Сейчас мы увидели, как рыбак по воде. Чудеса кругом. И рубрика «Внутренний офис Бугдена» призывает вас 30-летие отметить день рождения моста, проехавшись по нему и улыбнувшись незнакомому человеку в соседней машине или помахав кому-нибудь в автобусе. На этом я делаю крутое пике хорошего настроения и передаю привет Александру Прудникову, Марине Яценко и отвахтовавшей этот вторник Виктории Праздничной Столяровой.